Всем привет! 7 июля на турецком телевидении состоится премьера 4 серии турецкого сериала «Судьба». Ранее мы увидели, как мать стала оказывать давление на Догана, и тогда он решил отправиться к Джейлан для того, чтобы просить ее руки. Малике в этот момент намерена доказать всем, что Танер ей изменяет, и у него есть ребенок на стороне от другой женщины. Она придумала довольно рискованный план и подключила к нему Догана. Она похищает ребенка и тем самым навлекает на себя кучу проблем. Доган не может отказать Малике, так как постоянно попадает под влияние ее чар. Он прикладает все усилия для того, чтобы побороть свои чувства, которые Доган испытывает в отношении Малике. Но он был шокирован тем, когда узнал, что Малике категорически против его женитьбы на Джейлан. Малике дали совет, чтобы она взяла себе такого милого Догана. Малике бы с радостью это сделала, но он женится. Доган решил серьезно поговорить с Малике и заявил ей о том, что заканчивает с ней все отношения. Но Малике не готова просто так сдаваться. И она открыла самую настоящую войну из-за того, что Доган собрался жениться. Когда Доган отправляется свататься, то Малике сообщает, что в такой важный момент он неожиданно заболел. Для нее это было очень хорошей новостью. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.